Хотелось бы сказать пару слов про Маев курган. Настолько живое место, настолько оно разговорчивое. Мальчишки молодцы, которые участвуют в смене караула. И вообще великий дух. Все эти философии ненужные, все эти учения о каком-то, о какой-то силе, ничем непонятным. Здесь настолько явление духа присутствует, что просто какие-нибудь слова это описать, они бесполезны. И само присутствие. Алексей сказал Махакали. Да, великая сила. Вот если кто-то хочет место силы посетить, так это и есть Маев курган. Ты хочешь что-нибудь сказать, дополнить? Да, я скажу. Там в начале. Там только поднимались. Я, ну это, опять же, это невероятно. Взрывы, да. Я прям стал участником событий. Я же говорю, живое место. Все помнит.
не знаю, это прошлой жизни касается, либо это именно реальность, это невозможно описать, потому что я стал реально участником событий, действий, почувствовал и боли, и страдания в то же время, отвагу, доблесть, честь. И все это связано не с одной личностью, как обычно это в религиях присутствует, а именно с духом народа. Пускай его называют советским, русским, имеет смысл давать какие-то определения, но народный дух, именно который совершил подвиг, возможно, совершил какую-то плату. Вот. Возможно, это много всяких версий можно здесь, но то, что ощущается, это действительно не поддается никакому описанию. Я тоже благодарю всех-всех людей, которые были, есть и будут еще. И кто участвовал в процессах вот создания таких скульптур живых. Армию нашу. Всех благодарю. Более сильного храма, живого, настоящего храма, вот именно храма, чем на Мамаевом кургане, где священный огонь, рука со священным окном, я не встречала. А еще из истории с Алексеем мы посмотрели, что в 1300 каком-то году был захоронен темник Мамай. Оказывается, тьма — это 10 тысяч на старорусском и славянском уже языке. Вот. И место очень значимое. Недаром здесь проходили ожесточенные бои.